Подорож, Марія, подорож. Це не все освітить. Зараз вода трохи упала. Дуже сильно. Упала, так, на полметра, вона була вища. Дощі були і вода впала. Вода впала, так. Дунай розходиться на... На 4 гірла. На 4 гірла. Там Бульська, Ачаковська, Антонівська, ще два одного гірла, Потаповська. І зробили спуску, що пробку. Бо там стояв комплекс, де це спорту лучинець, який по групі 3 групи. Я зрозумію. Огороды в основном сейчас не для того, чтобы выращивать что-то, а так в основном для приема туристов, организация рыбалки. Ага, тут даже... Мы продолжаем выращивать виноград, делать вино, выращивать клубнику. Но клубника... А это виноград? Виноград, как это? Нова? Нова? Ага, да. Может быть, в принципе, ничего не растет, потому что воды много. Остальное все просто вымокает. А де виноград це вирощують? Десь тут на островах? Тут на островах, тут внутрі огороду. Якщо туди встановити, пройти можна, тут метрів на 50 на 100 внутрі огороду. Грядки і так далі. А це у них просто лицева сторона огороду. Ну, зараз далі ще цікавіше. Ну, так. Продає город із причалом. Тарзан, звісно. Продам. Если у него документы есть, то продам. А так глубоко? Нет, по-разному. 7, 8, 5 метров глубина. Ну, такое. Я зрозумію. Какой глубокий? Коряги могут быть. 5-8 метров. Нормально. Тут... Рыба нормально так ловится. Рыба ловится, да. Ну, сейчас она в основном ловится вот как вот. На такие кусты снизу, потому что вода теплая, рыба уходит на глубину. А сетками тут так, ну, неровная, поэтому сетками никак не...